А, да, вот все. Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. С вами Кроша. Это прохождение растения против зомби, друзья. Да. Снова будем проходить эту замечательную игру. Да. Если вначале вы слышите, типа, блин, что не записывается, или вот вроде записывается, или что такое, то не обращайте внимания. Просто программа не сразу начинает действовать и все такое. Continue. Так. Ладно, фиксим. Пройдем примерно сегодня вот до сюда, вот до 10 уровня. И на следующей неделе уже до пирамиды, там где босс-то у них. Еще один. Одного босса пристрелили. Потом долго не будет боссов. Можно смело играть. И не бояться, главное. Так, давайте начнем. Получим вот это. Надеюсь, он стреляет или еще что-то. Злобно выглядит, чувак. Давайте. Начнем. О, археолог. Привет, чувак. What's up, как man? Так, берем стандартных ребятишек. В 12. Что это ему даст? 10. Не, ничего не будем делать. Сразу начнем бой. Fight. Как сказали бы. Некоторые... О, нифига себе. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Так, так, ты иди сюда. Ты, вали-ка его. Офигеть, они прям мне сыпят. Сыпят ништячки. Так. Чё там у нас? Да, зря. А, нет, все нормально. Так. Ну, тут можно уже поставить чувачка. Так, пускай вот этого вальнут. А тут пока будем строить хороших ребят. Да, смотрите, у него это появилось, круто. О, вот все. Наконец-то теперь можем вот этого поставить. И вот этого воткнуть. Еще вот этого поставить. Чувак, подожди-ка, чувак, не ешь ты, не надо, не стоит тебе этого делать. Так, надо вот с этими убрать их. Так, кого мы еще забыли? Вот этого поставить. Вот этих вот сюда уже надо ставить, хорош. Ничего себе, парень. Так, где лопата? Так. Так, так, так. Тварь.
Отвалите-ка вот этих парней уже. Хорош. Хорош с ними цацкаться. Да, один прошел, конечно же. Но это ничего страшного. О, ну а не надо было даже делать, я не знаю, что я потратил. А потратил, походу, бабки. Бабло потратил. Теперь понятно, на что его можно потратить, а на что нет. Так. Не понял, что это такое, но лучше не нажимать, а то вылетит. А то вылетит. О, по нолям. Давайте тогда вот этих вот. И вот так вот попробуем. Опа, нам. Больше такого нет. День 10. Понятно, неплохо. А он вот это также сможет это вот зомбача сделать. Так. Пускай пока кушает его. Ладно, будем надеяться то, что наши смогут его сделать. Так. Валите их, парни, валите. Вот это уберите. Это он дерзкий такой паренек. Так. Вот это уберем. Офигеть, просто тырит как может. Так. Давайте вот это вот еще возьмем. Так, это нам больше не нужно. Вот тут надо что-то решать. Сейчас, наверное, один ряд я вот этих уберу. Так, чувак, ты знаешь, что делать. Так. Убрать. Так. Да, ребята тут действуют, конечно, как
орлы, как архаровцы. Так, я думаю, второй ряд все-таки нужен здесь. Лучше уж пускай будет, чем не будет. Назад сюда. Чувак, где тут что-нибудь есть? Забирай. О, чувак. Давай-ка. Все, один ряд остался, я уже не могу его никуда убрать. Цветы. О, какой-то мужик с этим пришел. На. Так. Пока они все кушают. Ну-ка, убери-ка, чувачок. Так, в принципе, это неплохо, все идет. И я бы даже не сказал, что все кошмарно. Нет, друзья, все неплохо. Даже попробую вот это купить за бабло. За бабло, друзья, за бабло. Два ряда по-любому должны... Этот натиск просто обеззаражить. О! Вот сюда надо поставить. Так, куда? Не воровать. Там уже почти сломали его. Вот самая теперь точка такая. Точка, я бы сказал, точка невозврата. Пора кончать вот с этими. Так. Вот отсюда надо убрать. Монетку забрать. Да, видите, как подвесон такой. Пошел. О. А пока нельзя. А вот теперь можно. На тебе. Теперь. Рот огонь. 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 Fire. Да, просто выхлестнули две волны, как будто их и не было. Теперь можно уже, друзья, смело не паниковать. Даже если они съедят кого-то, то это ничего. Это вылезает, это назад затаскивает его. Интересно, а на другого можно посадить? Нет. Так. Этих нету. Будем ждать, пока они вот это уничтожат. Я бы сказал, изничтожат, друзья. На. Прощай, чувак. Не поминай нас лихом. О, бабло, друзья, бабло, бабло. Да, там и лоханулись, потратили, конечно. Не стоило этого делать.
Нет. Пока туда лучше не нажимать. Да, мы примерно даже 10-й прошли, на 11-м остановимся. Сейчас посмотрим, что это такое. Цветочек пропал. Цветочек пропал. О, пчелка. Нет. Не спать. Не спать. 44 минуты, 29 минут, 14 минут. Давайте вот так вот остановим, не будем увеличивать скорость. Так и оставим пока. В принципе, у нас все тут нормально идет. Тут скоро подарочек будет. Вот это бешеное растение, которое умеет драться, друзья. Я видел это. Да, в принципе, там. Ладно, посмотрим. Большой путь мы с вами уже сделали. Yoji spotting. Spotted. Ладно, друзья, я, наверное, с вами попрощаюсь. Мы уже увидимся в следующей серии, проходя 11 уровень, друзья. А с вами был, друзья, Крош. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и комментируйте. И, друзья, пока не забыл, кто захочет подписаться на мой канал, может просто кликнуть на прямоугольничек, где написано «Подписаться можно здесь», либо на водяной значок Крош, друзья, в правом верхнем углу. Так что давайте, друзья, до новых встреч в новой серии. Пока-пока.